Мы снова, друзья, в международном аэропорту Сан-Франциско встречаем очередного нашего студента, студентку. Но это не обычная студентка, а блогер. И вы знаете, что мы сейчас будем подводить итоги нашей викторины на кто же этот самый блогер. А я вам просто показываю такую круговую панораму того места, где я нахожусь в аэропорту. И где появится скоро вот из того выхода, где написано «No entry», «Не входить». Вот. И вот с этого «Не входить» появится, пока не говорю кто. Да, друзья, вот и раскрылась тайна, обнажилась интрига. Значит, Наташа, это нас, я представляю тем, кто не знает, это нас Наталья Квик. Квик – это псевдоним или это реальная фамилия? Ну, это была первая фамилия по мужу, и сейчас у меня другая фамилия. Другая фамилия. Я замуж вышла. Так, Наташа, значит, можно попросить ваш локоть, чтобы его физически коснуться, потому что я по поручению наших зрителей должен вот как-то реальный такой образ. Давайте вот этот локоть. Вот я, вот, ребята, это живой человек, реальный совершенно. Я от вашего имени, значит, подтверждаю реальность Натальи. Значит, Наталья, как оно вообще летелось, как? Немножко тяжеловато, потому что я давно уже не летала, так скажем. Не помню, когда последний раз летала, наверное, когда Артема навещала, когда он был в армии. Тяжеловато, но ничего страшного, очень многие летают. И а долго в пути-то? Вот из Орландо до Сан-Франциско? 3 часа от Орландо до Техаса, до Далласа. Так. И 3 часа, вот 3,5 до Сан-Франциско. Замоталась. Во сколько из дома вышла? Подожди, Миша. Так. Хочу привет передать моим девчонкам и мальчишкам. Так. Они сейчас все будут в шоке. Так. Потому что, конечно, я ничего никому не говорила. И мой клуб, так скажем, я уже называю их своим клубом, так. Потому что они у меня такие все классные. Это они правда, мне всегда да. все советуют, они за меня да. переживают, они за меня болеют. Я их очень люблю. Если бы я могла их обнять, я бы их всех вот ну, так обнимай, обнимай. Ты в ответе за тех, кого приручаешь. Да, я их всех обожаю. Поэтому я сейчас выпущу видео, которое я подготовила для них специально. То есть ну, надо нажать кнопочку, чтобы оно появилось. Ну, я не знаю, когда мы будем искать, после того, как ты сделаешь. Или... Ну, вот. Как в любой момент можешь. Значит, знаешь что, давай мы объявим победителей давай. Нашего конкурса. У нас 5 человек. Значит, говорят. Двойной приз получает Коля Буряк. Да, я тоже заметила Коля Буряк. Он был первый, кто написал. Какой от тебя приз? Это секрет пока? А почему нет, не секрет. Я скажи. Привезла вещи такие из Орландо. Я привезла, если вы знаете, Magic. Ты знаешь Magic, баскетбольную команду из Орландо? Ну, знаю, что есть, но так, чтобы... Там, где играл Шака Нил, там, где играл Хавард. Приличные люди. Ну да, я привезла полотенце от Magic. От Шака Нил. Нет, Magic. Написано Орландо. Потом ручки, написано Орландо. Магнитики. Подожди, это же много предметов. Магнитики и брелок. Это все одному человеку или... Да. А, ты смотри, прикольно. Значит, Коля Буряк получает много предметов. Потом у нас идет Майкл Соколов. Потом у нас идет человек под кликухой Nobody. Nobody. Да, вот так вот человек сам себя назвал. Потом у нас идет Дарья Куликова и Александр Соколов. У нас сразу два Соколовых. Один по кириллицей, а другой латиницей. Вот такие у нас победители. Мы их поздравляем. Я чувствую, устала, такой поздравляю. Замотанный ну, такой нет, видок. Ты знаешь, я больше боялась. Я вообще боюсь летать, Миш. Да ты чё? Я, когда прилетела в Америку, когда жила здесь, да, я да. каждый год летала. Но вот как-то так случилось, что вот 7 лет назад я стала бояться летать. Ой. Причем над Америкой я не боюсь летать. Вот именно над океаном. Не то, что упала где-то там или что-то такого. Нет, нет. Просто стала бояться. Наверное, так. уже возраст. Так. Чего-то боюсь. Да. Ну что же, Наташа. Пойдем, будем двигаться потихоньку, да? Еще надо чемодан забрать. Есть чемодан? Конечно. Я же туда на 3 месяца Подожди, приехала. Так мало того, что один чемодан по почте ушел. Ну там кровать еще, ушла. Так еще кроме ручной клади еще что-то есть. Я там есть. Кровать послала. А, ну тогда пошли получать Конечно. Багаж, иначе нас там могут не понять. Ну мы еще сейчас снимем. Да. Вот, друзья, накупила Наталья. Что это? Это вешалочку она себе такую... Точнее, это такую
рэк такой, да, для вешалок. Для одежды. И сами вешалки, да, что там? Ну да, 30 и вешалок штук накупила, боже. И а подушки? Подушки здоровенные. Она не может спать на одной подушке, ей нужно две. Две большие. А вот уже удлинитель там, это мой. Жена говорит, раз все равно пошел в магазин, тогда ходи с пользой. Вот. Ну чего, все-таки усталость сказывается, часовые пояса, немножко, правда? Да, я хочу поспать чуть-чуть. Завтра если у меня выходной, завтра у нас сейчас 6, да? По местному, часов 6. Так, 9. Сейчас я так гляну. Как я не спала две ночи, переживала, собиралась. Я поверить не могла, что уезжаю. Все равно это step out from comfort zone, понимаешь? Это... Конечно. Я такой бардак сделала дома, собиравшись, да, что Винсенту придется 3 месяца там убирать и прибираться. То есть он такой не спеша все убирает? Он у нас так все чистит и моет хорошо, красиво, потому я знаю, что он все это сделает. Он говорит, приедешь, дом не узнаешь, дом побелен. С применением химических средств? А? С применением химических средств. Да. Да. Он дом будет красить, там нанимать. Приеду, вот все красиво. Мне только цветочки посыпать. Это магазин Walmart, друзья. Mm-hmm. Если кто-то не услышал, или, может, я и не сказал. Потом мы тут все устали. И даже, может быть, не сказали. Ну вот, покажи Walmart. Walmart. Сейчас покажем. Вот, написано Walmart. А $1.87 это мешок со льдом. Да. Ну все, друзья. Всем доброй ночи, кто смотрит нас вечером. Доброго дня, кто смотрит нас утром. Мы будем еще делать видео с Михаилом. И приятно было познакомиться с подписчиками Михаила. И мои подписчики тоже обязательно к Михаилу. Но мы на самом деле, Наташа, еще не совсем прощаемся, потому что мы сейчас еще поедем на место жительства. И там, да, мы договорились с Анной, хозяйкой, что она... Я прощаюсь по 10 раз в своем видео. Все время говорю всем пока, а потом тоже включаю, они уже привыкли. Не вырезай это. Да, то есть попрощаться это не повод для расставания. Да, ну да. Просто я прощаюсь на всякий случай, если больше не будет кадра. Да. А так, а если будет, так и даже и лучше. Да. Вот, друзья, вы узнаете. Так, девки, обнимаемся. Вот. Слушай, вы так похожи? Да. Да, беленькие, обе девочки. Очень вот прикольно. Я буду жить у Ани, да. В квартире. Да, я вышла встречать. Мы уже обнялись. Да, ну тогда пошли за шмутками. Ну давай. Ой, шмуток полная машина. Значит, мы Аня сейчас скажет, ты что, переехала ко мне тут насовсем? Смотри, мы прикупили тут вот так показывали всякого уже барахла. Это я Аня рассказываю. Ты видишь, что творится? Так. Я уже загребаю. Знаете что, наверное, мы втроем сможем донести, мне кажется. Давайте я тогда... Вам главное вот эту сумку. Да, огромную. Давайте я тогда сейчас прекращу съемку. Да. Значит, все помахали ручкой так вот. Да, вот так вот помахали. И мы останавливаем съемку и идем относить барахлишко. Да. Счастливо.